Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале у Шмыги. Сегодня продолжаем играть в Witchcraft Inc. Это, напоминаю, все, кто не смотрел первую часть, напоминаю, что это про ферму с травой. Про ферму с травой. И, насколько я помню, мы, по-моему, дошли с вами до того, что поняли плюсы удобрений. То есть каких-то хоть немножко плюсов, по-моему, мы с вами добились, если я все правильно помню или не помню. Так, стопе. Значит, это у нас удобряха. Удобряха плюс 11, это если К две штучечки, да? Плюс 11%. Если К две штучки. А если много, мы пробовали, нет? 10, 5, 7 не пробовали, да, цифру? Давай 8 пошаганем. Да, так. Так, сейчас мы будем уже поливкой тут заниматься, да? То есть нам нужно... И, в принципе, я бы уже расширялся, но вот тут есть большая такая, да, вероятность, что у нас будет какая-то проблемка, да? Нет, 9 меняем, нах. Так, на 9. На 9 делаем, смотрим, что с девяткой будет происходить. Так, ой, извиняюсь. А быстрого перехода, то есть, нету. То есть, надо вот только так, да? Хорошо. А, это стопе. Блин. Так, ладно, продаем 960 баксов. Это, в принципе, это хороший улов. Заходим в тепляцкую. Так, и со стригамбу делаем. Сейчас делаем поливку и смотрим, как 8, 9, да, то есть... Так, то есть ничего не поменялось. Правильно я понимаю? 9, 8. То есть самое лучшее это вот это. Подожди, а какую цифру мы еще не использовали? 6, 10, 9, 8. Мы 7 еще не использовали. 7, 4. 7, 4. Так, 7. 7 и 4. Так, и уже с стригамбой. Да, я не успеваю пока. Подождите. Много дел. У меня ферма разрастается, мне нужно... Тоже 9, короче, это бессмысленно, да, то есть... Так, и давай попробуем теперь... Какой мы цифру не пробовали? Подожди, мы сейчас 7, это тоже 9. Единица, двойка, тройка. Четверку только не пробовали, да? Ну давай четверку фиганем. Ой, это не надо, вот это надо, да? Четверку попробуем, как оно там себя поведет. Так, ты у нас, теперь ты... Что ты у нас? Плюс 7, это 10-3-3. 10-3-3. 10-3-3. Не успеваем, бо. Не успеваем, бо. Подожди, да, я поменяю. Или не поменять, или уже не менять. Четверка 10 баллов дает, да, но 11 давала... Насколько я помню, да ё-моё, да успокойся ты, ну. Так, подожди, стой. А самое мощное это вот это, 2. Да? Да. Это 2. Самое мощное это 2. Так, мы сейчас все будем продавать. Но подожди, нам нужно, знаешь, что настроиться на 10-3-3 у меня сейчас стоит. Нет, у меня 10-3-1. Это плохо. 10-3-3 надо сделать. А применить, да. Поливамба. Слушай, я не успеваю уже, смотри, у меня прям... Уже, то есть, такая вот проблемка, что я не успеваю. На самом деле, скорее всего, где-нибудь в ваших интернотах существуют правильные рецепты, правильные удобрения, пропорции удобрений, да? Но мы с вами вроде как по чесноку играем, наверное, не знаю. Не, ну я-то знаю, что нет, а вы... Да нет, шучу, конечно же, ну, я не смотрел, вы сами все видите, что я так чисто наугад. Так, надо мне, знаешь, что вообще сделать? Мне нужно нанять работника, который бы поливал или состригал это дерьмище, потому что я уже не справляюсь. Мне уже начинает надоедать это занятие. И мне, слушай, мне нужно все-таки найти
все-таки найти пропорции для... Если для этого лимона, лимонного дела мы сделали, да, то... А, подожди, мы же, знаешь, что можем? Мы же можем купить. Мы можем купить или не, мы не можем купить? Почему мы не можем купить? Тут надо что-нибудь купить. Почему я не могу купить? Нет. Уровень теплицы. А если я вот так сделаю? Уровень теплицы как-то поменяется или нет? Так, а, они уже хотят покупать. Ой-ой-ой-ой, стампамба. Так, 7 из 15. То есть это, в принципе... Слушай, а влияет то, что я менял там качество или нет? Или нет? Пока недоступно. То есть я могу купить и купить. А я могу изменить? Только это... Подожди, а как сделать улучшение? Колесо фортуны. Колесо фортуны. Надо, короче, мне нужно нанимать уже работников, потому что, ну, это уже не серьезно. Это уже не серьезно. Замечательного качества 96 из 100 нужно, видишь, сделать. Как это сделать, я не понимаю пока. То есть я пока не перейду, то есть на следующий уровень, я так подозреваю, да? То есть нужно выполнять пока эти условия. По травке у меня очень мало всего осталось. Копы, здорово, здорово. Выращивание, ага. А, я могу еще где-то выращивание купить? Не, я пока не могу ничего купить, да? Почему закрыто? Что такое? Так, ну тут почему-то все закрыто. А, подожди, я могу Northern Light фигачить, точно. Пойдем в теплицу, короче. Мы сделаем Northern Light. Я купил за освещение, купить священку. 100 баксов мы потеряли, но в этом ничего странного. Покупные сорта. Или за 7 с полой купим. Бомжи оценят его, да? Так, сейчас, подождите. Да, ну, да-да-да, мы сейчас купим. Мы сейчас купим. Так, мы все уже свои запасы продали, да? И... А, мы сделали, смотри. Каналы рекламы и распространения были отлажены. Сейчас товар на уровне, люди начинают узнавать твое имя. Это хорошо или не хорошо? Непонятно. Отлично. Обычная почта. Доступна новая среда для выращивания, влияет на урожайность и условия в теплице. Ну что случилось? Ну, это случилось. Шон и его мальчики здесь. Я слышал, что они довольно плотно захватили рынок. Хорошо, что мы... Хорошо, что мы готовы. Как тебе трава, которую Клайд показал? Хороша, но вы не можете избавиться от назойливого конкурента, только лишь выпуская новый товар. От простачка, да, но не от Шона, он знает правила игры. К счастью, ты тоже не первый день тут. Схватываешь на лету, если из способов борьбы с конкуренцией. Первый — повысить ценность вашего продукта в глазах покупателя. Продавать товар дешевле, а качество сделать лучше. Что за бред? Оценка продукта и потребительского спроса. Конечно, я изучал это. А ты изучал диверсификацию производства? Все верно, люди будут охотнее покупать у тебя, чем у кого-то левого парня, если ты предоставишь им несколько сортов в одном месте. Открой несколько каналов распространения, отправляй разные партии, каждая сделка, которую ты проведешь, снизит уровень конкуренции. Шон не самая зубастая лиса в сарае. Я верю в вас, парни, и в вашу травку. Спасибо, Бамс. Покажем им, как нормальные ребята справляются с конкурентами. Так, я не очень понял, что мне надо сделать, но... Мы же сейчас с вами все прочитаем. Вырасти три кустика, используя среду для лучшего качества. Да, сейчас сделаем. Входим в эту теплянскую. Так, мы здесь берем покупные сорта, делаем, во-первых, за пятюлю. Да, делаем обычная почва. Купить среду, среду выращивания. Так, делаем пока как-то так. Применяем, да. Здесь сорта покупной. О, да. Заливамба. Здесь то же самое. То же самое. Начать выращивание быстро. И... Да подожди. Что-нибудь еще? Забудь. Да, я тебе слю. Прикройте две точки дилеров на рынке. Прикройте две точки дилеров на рынке. Настроить качество и цену для сорта Super Lemon Highs на рынке, чтобы спортсмены оценили товар не меньше, чем на 3,5 звезды. Избавиться от группировки 3,5 звезды. 3,5 звезды. Сейчас 8. 8 из 15, братан. Это ли не успех?
Так, но мы можем лучше. Подожди. 8 из 15. А, блин, а куда лучше? Что будем двигать? Давай, может быть, вот это вот единичку сделаем, а вот это вот четверочку. А вот девяточку. Давай так. Давай так. Да. Это, видимо, тот сейчас срез, да, был? Или нет? Или все-таки этот срез? Непонятно. Так, подожди, надо... Да, надо сейчас с этим разобраться и с этим... А, нет, это все одно и то же. По 8, да? По 8, да? Не, по 8, по 8, по 8. Хорошо, ладно, 8, так 8. Так, что нужно сделать? Расшириться. Расширямбу. Выпустите... партию, чтобы начать продажу. А, то есть я могу... Так, чтобы качки оценили мое говно на 3,5 звезды. Как это сделать? 3 звезды. Так, 3 звезды я могу сделать только... А как там делаешь ты? Ты его... А, вот. Да, то... Да, иди, собака, стамба. Стабамба. Плюс... Нет. А как сделать... подожди, я забыл. Как сделать цену-то этой группе? А, вот. 18. А ему насрать, да? 3 звезды, 3,5 звезды за 14 бачей. Да, окей. Сделали, сделали, избавиться. Сейчас сделаем. 3,5. Так, у меня что-то выросло. Можно я зайду в теплицу? Спасибо большое. Зашли в теплицу. Значит, так, у нас что? У нас созрело. У нас созревамба. У нас вот так вот абравамба. Так, и мы должны для этого носерн косерн, или как он там называется, мы должны сделать нормальные, нормальные условия. Так, только, нет, только мы должны изменить на обычную сменямбо, покупамбо, сменямбо, заливамбо. И здесь то же самое. Так, и вот так, все. Ждем. А, и у нас, так, поливамбо 8 из 15. Ну, это еще там покрутим, короче, да? Еще разок, может, крутанем, как думаешь? Или не нужно будет изменить на вот эту почву? Но из почвы изменяется что у нас? Что-то изменяется, да? Ко мне больше вопросов, походу, да, будет, если... ежели чего. Но это как бы да, мы же в принципе с вами как бы, ну, мы же с вами там, ну, не эти. Ну, ты понял, да? То есть, сейчас, подожди, давай я еще покручу этот рубильничек, подожди, эту рулеточку, чтобы так сказать, сделать все по красоте. Вот так, вот так. А? Ожидал или ты нет? А ее вообще может насрать, типа, нет? Как думаешь? 11. 11 это... Это просто превосходно. Здесь у нас сколько? 6. Ай! Почему 6? А что там произошло? Подожди, в шестерке. Какого хера в шестерке-то? Что такое? 10-3-3. 10-3-3. А почему? А почему? А может быть, этой траве не нужен такой горшок? Шесть из 15, да? Тут 11, тут все хорошо. Я все, я не могу успевать, ребят. Что делать? Как делать? Куда руки девать? Как жить? Как что делать-то? Смотри, ну вот эта справа уже доросла. Слушай, я не успеваю. Но, и главное, по-моему, только поливать, главное, да? 6 из 15, 6 из 15 плохо. 6 из 15 отвратительно. Мне не нравится, надо менять. Там же было... почему 6? Может быть, потому что я горшки реально поменял. Типа, 7 же было постоянно. Сейчас 6 выходит. Ну ладно, так, это мы сейчас уже выясним. Да подождите вы. Так, да, мы хотим купить. Мы хотим купить. Так, значит, мы если хотим купить, то мы хотим вот так делать, да? Да, и на 1000, да, есть. Так, все, и... Тихо, тихо, тихо. Нет, подожди, там же можно было выбрать эту вот. Вот, вот так вот. На-на. Так, ты сюда, да, давай. На-на. Так. Давай, давай, маленький. Давай, давай, маленький. Денюшки. Нужны денюшки. И мы должны убрать... А, это влияние там показали, да, нам?
нам влияние показали, то есть, слушай, ну такое себе там влияние, если честно, у нас такое, такое себе. Угу. Почему нет кнопки полить все? Мне нужен какой-то братан. Почему этот мой кореш, короче, он не этот? Он мне не помогает с поливкой и с этим. У меня же не ускоренное время, у меня обычное время, но я уже, смотри, я уже не успеваю. То есть, если я еще расширю свою эту, то это будет вообще как бы, ну, печаль, да. Так, у меня осталось 10... Смотри, какое качество у кустов. Вообще огонь, да? Типа, эта травка вообще взорвет голову. Да? Я красавчик, типа, я сделал вообще прям качество-качество или нет? Так, так, так. Поливать не забыл. 11, слушай, ну вот это тоже должен вообще... Да, ты посмотри, какое качество у травки. Это просто, это прям, это божественный продукт, который просто будет рвать. Просто убьет рынок напрочь. Убьет рынок напрочь. Напрочь, ты слышишь это или нет? Напрочь. Так, главное теперь подстричь. Слушай, ну мы эту говняную травку тоже, короче, типа, ну смотри, типа сделали как бы, ну... Нормальное качество, ну то есть, типа, ну типа приемлемое, да. Ну как бы, если хочешь подороже, покупай у меня Lemon Haze, и будет у тебя все, все шикарно. Так, а у меня у меня ничего, условия, а я могу менять условия, да, или не могу? Пока не могу, чтобы настроить, необходимо условия купить оборудование, понятно. Параметры? А, ничего нету. Так, понял. Хорошо. А, все со стригамбо и ждамбо. И мы вливлямбо. Так. И вливлямбо, так. Так, я могу здесь расширить эту точку на 2 или нет? 1,5 звезды, 2 звезды, 2,5, 3,5 за 7 баксов. Мы будем продавать это говно. И здесь мы будем продавать эту штуку за 7 баксов. Так, подожди. Нет. Было же 3,5, почему так. Войти в тепляцкую. Войти в тепляцкую. Отлично. Отлично. Да? Да? Да. Так, и теперь, знаешь, что мы сделаем на самом деле? Мы сейчас возьмем и вот сделаем вот так вот. Вот так вот. И, значит... А для кого? А... Тихо. Ой, ёб твою мать, что я сделал? Я расширился, я мудак. Я мудак, зачем я расширился? Но, подожди, вот эта вот травка... Низкий, не покупает из-за... низкий, как низкий, хорошее качество, ёптель, моптель. Не покупают, хорошо, не покупайте за сколько? За 2,5 или вот так, и он сразу трешка у не то я сделаю, я мудила. Так, если мы прибавлям бы нет. Тихо. Вот это вот сколько? 10 баксов и бомжи. Хорошо. Ты вот так. Все. Продаем, да. Продавамба. Есть подозрение, что мы, короче, плохо продаем эту траву. Знаешь почему? Потому что она стоила дохера денег, а она как бы, ну, типа, не очень, короче, хорошо. А, и слушай, я должен был еще порегулировать почвенный анализ сделать. И, то есть, и как бы... Вот, может быть, а давай в другую сторону побежим, короче, вот давай вот в такую сторону прибежим и глянем, да, как оно. Слушай, ну смотри, Lemon Highs, ожидаем отлично, то есть ты понял, да? Ты понял, кто здесь батька на этом ссаном рынке, ты понял меня или нет, а?
Я не слышу. Этой траве насрать на условия говна. Вот так. Да. Созрела рага. Рака макафо. И мы сейчас ее будем регги, да. Да, мой маленький, да, и еще раз да. Собирамба. Отличное качество. Да, то есть, ну видишь, мы уже с тобой как бы, ну все, мы уже как бы не пальцы деланные. Мы уже с тобой прям, ну, типа, прям из всего. На эту траву, короче, не действует это говно, и можно не шевелить рукоятки совершенно. Да. Так. Я не знаю, что означает это говнище. То есть нужно убрать, чтобы он убрался, в нулину убрать или как? Или не так? Или как? Мне нужно закрыть эту точку, можно? Да, мы здесь ничего не продаем. До свидания. Да, у меня осталось 52 грамма, это плохо. Мы бы сейчас бомжами, если бы я продавал только на рынке, мы бы сейчас бомжами, мы бы все сделали, но не сделали. Это очень плохо, мне это не нравится. Так, да, спортсмены хотят, спортсмены сейчас получат. Так, и то есть я вот сейчас и все, да? Бой. Отлично. Высокий старт. Вы понимаете, что не одни в игре? Хватит ли вам всем места на поле? Окей. Маленький вентилятор. Отлично. Доступно в моем оборудовании. Плюс 40 копом. Длительность. Это устройство поможет вам еще лучше контролировать условия в теплице. Плюс 5. Вот это можно. Комнатная лапа Супомат. Доступна новая осветительная установка, используется для изменения урожайности и улучшения условий в теплице. Подождите. Я становлюсь специалистом в области ботаники. Мы можем поднять товар на новый уровень, регулируя освещение, уровень влажности и температуру. Можешь объяснить? Давай-ка ты мне объясни-ка все. Как там это... Ну-ка, как там эта мазафака работает? Чем лучше освещение, тем выше урожайность. Однако лампа повышает температуру помещения. Почвенная среда напрямую влияет на качество продукта и на то, как долго будет расти кустик. Вентиляторы и оросители поддерживают температуру и влажность на нужном нам уровне. Если мы хотим расширяться, нужно вывести игру на новый уровень и перестать заниматься черновой работой. Наймем людей для выращивания... Да, вот, это правильно. Это правильное решение. Правильное решение. Может быть, этот раунд в городе рыночная площадь стала за тобой, но мы, Шоум Банч, так просто не зайдемся. Ты о нас еще услышишь. Хорошо. Купите новое освещение. Хорошо. Тихо, мне полить надо здесь уже все поливамбо. Тихо. Мне нужно все поливамбо и состригамбо. Потому что это все влиямбо. Ты понял меня или нет? Так. Так. Сейчас купим и освещалку, и не освещалку, и все остальное. Мне нужно последний раз кустики обрезать, и они будут, пусть растут и растут себе, да, никого не трогать. Я просто не очень знаю, влияет ли, можно ли опоздать со стрижкой, типа, и с поливкой. Вот, и я этого не знаю, к сожалению, и поэтому я вот так вот должен все это делать четко вовремя, мать так каламбо. И, да... Так, мы еще не разобрались вот с этой травкой, да, вот с этой левой, которая называется. Так, мы можем купить сминямбо. Все, в принципе, да, мы сделали. Теперь нужны вентиляторы, да, он вроде написал мне. Я не успел прочитать. Собака, ты сутулая, подожди. Не поливай. Не поливайся, пожалуйста. 12! Смотри, Lemon Haze уже все. Мы топчики из топчиков. А вот эту вот нужно траву повысить. Я не знаю пока как. Я пока не знаю как, к сожалению. Ну, это сейчас все. Сейчас мы методом тыка. Так, что тыкаем? Вентилямбо. Выберите это растение и продадите среду для... Вы уверены? Блин, нет, пока не надо.
Мы сейчас вырастим это говно и потом... И потом поставим вентилятор. Но я не хочу тратить, извини меня, 150 грамм моей реги, или ты... А, но я могу потерять зато остальное этот, да? Или не могу? Не, ну давай мы дорастим, короче, этот. Тут всего осталось ждать, ну, типа, ну, там, как бы, ну, неделю, типа, да? Ну, типа, камон. Типа, хорош. Ну, хватит. Ну, типа, как бы, ну, ты понял, да? Мы сделаем вот так ускорямбо. Мы сделаем вот так подрезалку. Не! И, короче, и все. И... Ну, короче, мы подождем, пока вырастет. Мы соберем 150 грамм и потом заменим кустик. Надеюсь, что ни одна... Ну, здесь, короче, что партия не сдохнет, потому что не должна. Зачем ей сдыхать, когда, ну, не надо так делать? Зачем ты так делаешь? Я купил вот это за 5000, да, по-моему? 5... Отличная, хорошая, хорошая. Вот этого можно тоже прикупить. Но пока непонятно, для кого она. Бродяги, 3,5, больные ПЦР. Ну, короче, типа... Ну, короче, ну, заменить, понимаешь, им нужно, короче, такие, ну, типа, дорогие баб... Ну, типа, не дорогие, а, ну, дорогие, да, сорта, типа, там, всякие, я не знаю, там... Типа, там, ну, прям, такие, чтобы было прям все дорого-богато. И тогда, наверное, мы с вами можем, будем толкать этим чертовым артистом. Или кто они там? А, знаменитый сегодня. Так, засаживаем. Но мы меняем условия вот на... Вот так. Да. Будем смотреть, как бы, как оно. Так, мы нам, скорее всего, можем что-нибудь продать, получить несколько баблишек. Смотри, бомжи все просто скупили просто в нулину практически. Ну, не все, как бы, ну, смотри, просто в нулину все. За два клика я просто в нулину все продал. Это ли не успех? Да, немножко подождем, пока... Я говорю еще раз, не знаю, но вот давай проверим. Так. 9, да, мы нашли. Хотя, на самом деле, это может быть из-за ламп 9 стало, да? Так, ну давай-ка, знаешь, еще тогда что? Давай-ка тогда сделаем вот так. Как тебе такой Илон Маск? Или как он? Или как его звали? Да нет, по-моему, его так и звали, да. Да, мы сейчас соберем кустики свои спокойненько и подождем. Просто, а, ну и в смысле, да, вентилятор поставим вместо кустика. На самом деле это как-то грустно, вентилятор-то, да, вместо кустика как бы, да? Так, вентилятор, поставить оборудование. Мы поставили оборудование. Установить температуру в теплицу у себя дома на 19. Почему? А, ну, наверное, так надо, да. Не знаю. Экологические проблемы. Наймите работников и дадите им два задания. Так, сейчас сделаем. Чтобы они, типа, тут выращивали, да? Это куда мне надо? Это мне нужно вот сюда. Так. Слышь, ты что-то мало покупаешь. О, бомж. Вот бомж нормас вообще. Так, мне нужно что? Наймите работников, дайте им два задания. Где? А как это сделать? Притон, обзор места. Подожди, а где мне? А, вот, да, все вижу, понял. Зак Хопкинс, свободно в городе Флинт. Гейдж Олсен, Джошуа Уэллс, Марк Часкер. А что это такое показывает? Что это такое? Я не понимаю. Это типа он продажи? В продажах типа сечет. Это типа... А этот что? Это типа продажа. А вот этот выращивать может, да? Нанять. Нейтральный. Нет заданий. Как нет? Поговорить. Здорово. Ребекка... А это она? Ёп твою мать. Ребекка Джейд. Что у тебя за дело? Я хочу... Давай обсудим твою работу. Давай поговорим... Мне придется... Давай поговорим о зарплате. Так, чего хочешь поговорить о денежках? Будем честны друг с другом. Я считаю, что ты порядочный человек, и с работой все нормально. В теории мне бы очень понравилось повышение. Тогда давай перейдем прямо к делу. Сохранить текущую. Звучит весьма неплохо, спасибо. Так, пока. С этим разобрали. Давай поговорим... Мне придется назад. Давай обсудим твою работу.
А, нет, подожди, я хочу поговорить. Давай вообще давай поговорим. Нет, подожди, назад, пока. Подожди, а как тебе сделать задание? Запрос. Что такое неприятности? Собака, укради сорт, теперь ты работаешь за даром. Укради сорт, только саботируй, убеди, продукт, саботируй, укради... Ну да не, погодь, меня только мне... Да подожди, а как... В команде, хорошо. Хорошо. Нанимаю. Теплица. Не понимаю, как им дать задание? Подожди, давай войдем в теплицу. А, может быть здесь в теплице надо теплицу? Ну не, хотя вряд ли. Опа, минус 5. Почему? Я поменял говно. 1-1-5, да, я забыл. 1-1-5. А, может быть вот так давай сделаем. Давай вот так вот сделаем. Так. Я могу сделать, да, задание только на продажу, типа, или на выращивание тоже. 8 железно. Железно. Так, выйти. Подожди. Не то. В команде. Ты. Нет за... Почему нет за... Как сделать? У вас нет информации человека. Подожди, информация по поиском промо. Забыть во время диалога или... А, ну давай. Что у тебя за дело? Я хочу поговорить. Давай пообщаемся. Как твоя личная жизнь? Если не возражаешь, то я постоянно шучу только на уровне работы. Нейтральный. Хорошо. Давай поговорим о бизнесе. Сколько времени пройдет, прежде чем гигантский рынок захватит? Как думаете, малый бизнес выживет? Сложно сказать, рынок все еще развивается и может произойти что угодно. Давай поговорим о образовании. Как, по вашему мнению, легализация повлияет на несовершеннолетних? Я думаю, что до тех пор, пока марихуана будет оставаться запретным плодом, всегда будут подростки под кайфом. Расскажи о себе. Я сейчас немного занят, может потом. Отношения упали. Хорошо, назад и пока. А, как сделать так, чтобы ты, твою мать, взял задание? А может быть здесь есть? Подожди. Работники. А для того, чтобы нанять работника, нажмите на кнопку ВП, в правом нижнем уровне, в низком уровне ключевых навыков, выращивание продажи, отношения влияют на их эффективность, выполнение разным причинам, тем же. Зачем? Для того, чтобы назначить работника, просто перетащите его иконку с окном нижней левой части экрана, после клетки в выбранном месте. Скажешь, работник может выполнить до 5 заданий в одном городе. Я тебя понял. То есть я могу сделать вот тебя. Ага. А тебя? И тебя. Все? Шикарно. А мы что будем делать? А, ну да. Я сделал? И дать им два... А, два задания. Два задания. Хорошо. Оп. И ты оп. Все, я готов? Да, отлично. Раскрутка тоже прошла как надо, но переехать из подвала в зал соседний труднее, чем кажется. Отлично, мало ли я очиститель воздуха. Достану новое оборудование, устройство поможет вам еще лучше контролировать условия в теплице. Минус 75. О, это шикарно. Газораза... Ой, ёб твою мать, как всего много, да? Доступно у вас физическое установка, используется для изменения урожайности и улучшения условий в теплице. Ё-моё, как всего много. 12 тысяч, вы чё гоните? Не смогу. Сатива. 12 тысяч, это очень много. Полицейский, откройте, это полиция. Да, офицер? Я знаю, чем вы здесь промышляете. Тут постоянно околачиваются люди, приходят и тут же уходят. А еще несет сканком за милю. Еще бы. Но я люблю сканк. На вашем месте я бы не искушал судьбу, я бы предпринял некие действия. Если вы улавливаете мою мысль, вам нужно немного уйти в подполье. Или в следующий раз сюда придут десятки таких, как я. Опа. Копы? Да, я отделался от них. Отделался, но только сегодня. Думаю, что их визит значил только одно. Комиссар Фрэнсис спасет город, даже будучи в Нью-Йорке. Что за Фрэнсис? Ага, здесь во Флинте он был лучшим копом, буквально одержим идеей очистить город, как он выражался. Я так обрадовался, когда его перевели в Нью-Йорк за выдающиеся заслуги, но счастье длилось недолго. На его место пришла Дениса Фернандес, и я не знаю, кто из них больше, черт. А они продавать-то будут? Я же им дал задание или нет? Или я сам могу, типа, продавать? Купите способность пожертвования для ветеранов. Хорошо.
Уровень отношений с сотрудником полиции на порядок выше. Быть таким милым, вежливым и уважительным по отношению к офицеру полиции должен преследоваться по закону. К счастью, до этого еще не дошло. Блин, смотри, тут может, тут смотри, тут много всякого еще можно открывать. Давайте откроем прачечную для отвода глаз полиции и снижения бдительности. Хотя, представьте, как иронично отмывать деньги в прачечной. Быстрый электро... когда вы лично продаете партию товара, сделки закрываются быстрее. А выращивание что? Обычно вторая стрижка сокращает время выращивания, если вы делаете его самостоятельно. После поросей лично вам уже от качества урожая. Полив растений лично вами. Найти новых сотрудников специально продают. Так, ладно. Подожди, мы сюда зайдем попозже. Попозже. Так, хорошо. Теплиц. А что я могу? Подожди, я же хотел переехать, нет? Когда переехал, не помню. Обедая. Так, а слушай, подожди. 15 из 15, ёп, я боженька. Я просто боженька. А может быть такое, что эти ублюдки, короче, они испортят мне партию или нет? 5 из 5 это плохо. Меняем. 1-1-5. Делаем так. Да, хорошо. Так, короче, ладно, мне тут. У меня полиция вон на хвосте. Мне нужно срочно менять этот. Мне надо срочно менять что? 7 это уже гуд. Это уже гуд. Так, ты, говнище. Сменить оборудование. Так, видишь, я убрал полицейский участок и, короче, все чики-пуки сделал. Так вот. Так, она, короче, там это, и мы тут это. И у нас есть лампы, да, небольшие? Большие, точнее. Плюс 10 к полицайке, да, и минус 4. Вот так вот, на-на. И вот эту лампу тоже вот так, на-на. Так, неблагоприятное условие для выращивания. Почему 32, а мне, а я не могу, почему? А как это сделать? Подожди. А как это сделать? А потому что почему? А, они плюс 4. Они плюс 4. Давай поменяем на вот это. 28 все равно, да? Так, тогда вот так сделаем пока. Ладно. Это плохо. Это плохо. Он не справляется, да, один? Я не могу второй поставить? Я только могу вместо кустика поставить второй, да? Блин. Так, тогда ждем. Я понял. Мы ждем и убираем один вот из этих кустиков. И ставим... Короче, делаем три лампы, но делаем второй этот. Понял меня? Фальшивый бизнес в своем доме. Я понял. А, это там же, да? Нет. Это вот где? Это вот здесь. Как я понял, да? Нет. Нет. Не так. Это плохо. Это ужасно и отвратительно. Так, подожди, а куда мне нужно тогда? Стой, а как сделать? Как подпольный? Как сделать? Угу. 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 Как сделать что-нибудь еще? Давай поговорим. Я же нашел общий язык с нашими друзьями про правоохранительные органы. Это и шутки, Клайд. Копы отсюда просто так не уйдут. Ты слишком загоняешь, это просто их последние потуги перед легализацией. Подумай сам, как так только... Все легализует, им ни с кого будет брать взятки. Вот они пытаются поймать как можно больше, пока есть с кого. Да, война еще не окончена, отмечать рано. Что это, Джонни? Копы
Блин, а как ты... А, ну, наверное, здесь... подожди, провалы, навыки, навыки. Навыки выращивания, продажи. Подожди, полиция, легальность, бдительность. А, я понял. Подожди, а как сделать-то? Это в навык... Я же сделал в навыках или нет? Я же купил вроде. Клай, как тебе удалось так долго скрываться от закона? Как только врубишься, что к чему, будешь делать это на изи. У каждого соседа есть свой патрульный ручной коп, который наблюдает за райончиком. Местные копы подчиняются начальнику полиции, который управляет правоохранением города. Так, хорошо. Как мафиози, что ли? О, лучше бы тебе не ляпнуть это при них. Запомни вот что, не повышая показатель бдительности полиции, он показывает уровень внимания любой проведенной операции в любой момент времени. Чем ниже бдительность полиции, тем реже визиты. Верно, чем выше, тем нам сложнее будет скрывать нашу деятельность. У нас куча клиентов, огромные счета за электричество, за версту несет из подвала. А я думал, что выращивать траву — это воздух пинать. Как и в любой индустрии, есть цена ведения бизнеса, которую ты должен платить. Как только вкатишься во все, ты поймешь, как снижать бдительность копов, используя нужное оборудование, бизнес для прикрытия и все такое. Окей. Некоторый уровень бдительности полиции может пройти сам по себе, временное внимание ослабевается со временем. Наш персональный коп-ячейка — офицер Поланский. В этом месте обитания, да, он тут разнюхивает не просто так, но ему интерес добыча пожирнее. В смысле? У любого копа есть свои интересы, узнать, что заставит его наложить штанишки, или что он действительно хочет в жизни, что заставляет его поступать тем или иным образом, и ты найдешь ключик к его сердцу. Как мило. Ну или можешь его шантажировать. Чего? Ну или подружиться, или купить. Дело, что считаешь нужным, лишь бы он нос в твои дела не совал. М-да? Да, все, забудь. Забудь его, забудь. Как сделать фальшивый, не понимаю. Так, сейчас мы уходим отсюда. А можно я отсюда уйду? Как отсюда уйти? А, вот так, да. Так, подпольное выращивание, подпольное выращивание. Так. Новый конкурент, надеюсь, ты не против, чтобы поделиться со мной клиентурой? Мы за Kingston Profits. Теперь с тобой посадят в городе рыночная площадь. Ну, разве не счастье? Падла тварь. А, чая... А, вот он, бизнес для прикрытия. Вот чайная. А почему я не могу? А, я вот здесь должен купить за 6 и купаю. Нет, ладно. Так, короче, забей. Сейчас мы сделаем это, да. И... А сколько времени вообще? Я уже не это, да? Смотри, что мы делаем. Мы должны увеличить наш что? А почему снизился уровень? А почему он вырос? Очень странно. Странное дерьмо, я хочу вам сказать, здесь происходит. Ну ладно. Так, мне нужно организовать бизнес подпольный и убрать вот это говнище. Потому что мне это не нравится. Как бы, как... А, стопэ! Убрать. Мы делаем... Да. Мы делаем раз. Мы делаем два. Почему? Да почему? Ты же плюс 4 только сделал, а это говно же делает минус или нет? А, он не делает. Ёп твою мать. Вот так вот делает. Все, я понял. Доброго дня, сэр. В связи с изменением в организации нашего места полиции, мы хотели бы, чтобы вы знали, что мы также заинтересованы в том, чтобы защищать и служить. Так, смотри, значит, мы с тобой поменяли, в принципе, все, да, но не поменяли. 6. Так. А...
Вот это вот говно А зачем он делает? Подожди. Я понял, он просто... Ё-моё, я понял тебя. Это, короче, бессмысленное занятие, на самом деле. Но мы, видишь как, мы потеряли вот в этом. Ну ладно, короче. Почему никто не хочет покупать наш товар? Потому что, видимо, что. Так, ладно, мне нужно вот... Почему я не могу, я не понимаю. Я что-то не то делаю. Требуется помещение 1. То есть мне вот здесь надо, типа, делать аренду или что? Непонятно. Да, времени уже очень много. Ребят, всем спасибо. Я же ничего не собрал. Че-то я туплю вообще. Так, ну сейчас мы, подождите, мы засеем, мы польем, мы все сделаем как надо. Не, продают они, да, там, вроде. Так, 120 граммов есть, значит, надо их продавать, и мы продаем, вроде как. Хорошо. Да, на этом мы закончим, ребят, вторую серию по этой великолепной игре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. Всем счастливо, всем пока. С вами был Шмыга.